уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Адам. Уважаемый Светлочка, здорово. Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Бельсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. Какая красота у меня, посмотрите! Кирочка меня как встретила с утра сегодня! Сюрпризы начинаются с утра с моими девочками! Всем привет! Это видео для тех, кто любит моих девочек и наш нейроклуб. Йоги. Клуб лучшей жизни. Привет от них. Покажу вам, где мы находимся. Сделаю такую экскурсию града. Смотрите, сколько зелени маленьких. Так, мы здесь смотрим. Салон, такая студия. Покажу вам цветочки, которые мне подарили. Кирочка, посмотрите, какие здесь оригинальные тарелочки. Классное кафе. Вот мои розочки красивые. Девочки, нарисовали вы, да? Нет уже. На день рождения не придешь? Я пойду в машине, не любите. Ой, какой цветочек. Это детское счастье. Спасибо большое. Добро пожаловать. Спасибо, спасибо. А Нашки Балсины. Заходите, ну что вы там... Пришли мои девочки, как любит Света с благодарностью принимать подарки. Ко мне. Какие хорошие девочки ко мне пришли. Я так счастлива. Спасибо вам большое. Спасибо, девочки, большое. Спасибо. И Катенька пришла. Такая халюсия. Девочки, приятного аппетита. Все, спасибо, давайте. Спасибо. Чем богаты, тем рады. И вот гости пришли. Началось мое день рождения, друзья мои. Мы сначала с мужем хотели отпраздновать все это, справить в ресторане. Мой муж считает, что день рождения 50 лет, это раз в столетии. И поэтому, чтобы я не утруждалась, не устала, ничего не готовила, хотел пригласить меня на все готовое. Но девочки решили, что в домашней обстановке им будет намного уютнее. И поэтому решили прийти ко мне домой, даже настояли на этом. Вы видели, мои подружки пришли с подарками, с цветами. С утра тоже мне подарили цветы. Было замечательное настроение. Много я не готовила. Я только приготовила фарш для лахмаджун. Зажарила курочки, заказали мы торт к юбилею моему. Также я приготовила ачму, такой бюрек с сыром. В основном была турецкая кухня. Сделала салаты. Также мой муж принес готовые закуски из гороха, нохута, там с йогуртом что-то. Было все в большом количестве, все были довольны, всем все хватило. Пили мы вино красное домашнее, которое мой муж заказал там, в деревне. Оно чем-то похоже на наше грузинское вино. Ну, сейчас вы видите, как каждый из них говорит простые, приятные слова, которые вы увидите и услышите попозже в видео. Главное, смотрите до конца. Не забудьте подписаться, ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Время провели замечательно. Еще мне во время моего дня рождения постоянно кто-то звонил из Грузии. Меня поздравили мои подруги, кумовья,
Я была очень счастлива, тем более пришли с детьми мои подружки. И очень много времени я уделяла им. Не хватает мне моих внуков, как-никак. Так что, друзья мои, смотрите видео и приятного вам просмотра. Это такое большое счастье, что мы тебя повстречали здесь. Я говорю за всех, да, девчонки? Потому что, мне кажется, то, что чувствую я, и чувствуют и они, да, вот. Ты нам просто была необходима здесь. Вот ты знаешь, ты появилась как лучик света у нас здесь. Сам ты настолько смогла вот аккумулировать здесь вокруг себя. Конечно, на это есть очень много, как сказать, причин, почему. Ты просто уникальная. Ты действительно уникальная женщина. Вот таких, как ты, 100% больше нет, потому что ты настолько... Супер-кадын. Ты такая неординарная. У тебя очень богатый внутренний мир. Ты очень чуткая, ты очень отзывчивая. И ты такая яркая. Мне кажется, вот я не знаю, если бы я утром, включала телевизор и программа «Доброе утро» начиналась без тебя, мне кажется, у меня весь день был бы добрым, потому что ты очень, вот тебе подходит вот такая медийность какая-то, позитивная ты очень. В общем, можно много говорить, но ты знаешь, вот я очень тебя люблю. Вот. Спасибо. Просто любим, очень. Любим, Светик, да, будем работать над программой. Спасибо, спасибо. Это мой стакан с помадой. Ладно, спасибо, девочки, спасибо. Спасибо большое. Я умею такие слова сказать. Скажу, да, что от сердца идет. Она может, я знаю. Я со Светланой знакома только месяц. Вот я пришла 7 января. Правильно, месяц, да? Ну, я правда, я за этот месяц я очень сильно изменилась. Вот, ну, познакомилась с вами, со всеми. Вот даже дочка заметила, что мама, что такая спокойная там вот. Вы действительно, вы такой позитивный человек, такой как лучик света. Вот Катя, по-моему, сказала, восьмое чудо света, да? Да, Света, восьмое чудо света, я сказала. Вот правда, правда, вот от вас идет какая-то такая энергия. Вот, я не знаю даже, как это объяснить, как солнце вот, какое-то как греет. Вот, вот вы также согреваете нас всех. Я очень рада, что я с вами познакомилась, что я сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное за это, за приглашение. Желаю вам самое главное здоровья, счастья, любви, чтобы вы любили нарухавности, чтобы ваши близкие, друзья, чупни. Спасибо, солнышко. Близкие, друзья, ваша семья всегда были рядом, всегда все были здоровы, чтобы у вас всегда все было хорошо. И чтобы все ваши задуманные планы, чтобы у вас было больше. Сейчас я спрошу, задумала, успела. Все будет, все. Тишина в студии. В 2022 году все мои желания исполнились. И ваши. Спасибо, это лично от меня, моя любимая свеча. Спасибо, она себя так пахла. Поздравляю. Благодарности принимаем. Вот такие вот бухать будем. Девочки, посмотрите, кто у нас! Безграничного счастья, желаю тебе безграничного изобилия, изобилия душевного, изобилия мысленного, не знаю, как сказать, ментального, да, который у тебя есть. И самое главное, хочу тебя поблагодарить за то, что ты нас всех сплотила, за то, что ты нас всех нашла, и за то, что ты нас объединила в этой безграничной любви, да, к тебе, к нейрографике, к друг другу, к йоге, ко всему. И то, что мы сейчас не просто одноклубники, мы реально как сестры. Вот, мы семья, да, мы семья. Молодец, да. В
Поэтому сестра. Ашкин говорит, да, да. Татуся, ты так правильно сказала. Да, да. Да, да. Правильно говорит. Вы мой золотой. Давайте выпьем за нашу семью, за нашу сестру. Спасибо. И всего-всего тебе самого хорошего. Ура! Самое важное событие! Коронный номер Екатерины! Та-да-да-да-дан-дан! Подожди, слабый нож. Слабый, конечно. Да, да, у него нож. А другой дайте розовый. Розовый. Ты что ж так рано? Он сам. Светик, нож должен быть тяжелый, поняла, как тесак. Лена, а ты кто там? Здесь холодно, иди куда? Нож должен быть тесак, вот прям тесак тесаком. Тогда откроется, это легкий нож. Ну классно, так все в зелени, красиво. Новый год! Девчонки, простите, готовьте нож, я вам открою. Очень легкий, видишь, он легкий. В следующий раз подготовься. Поняла, он именно легкий. Да.
верю, должен. Вот у меня в доме. Скажи Ашкину. Да. Нет, вот мне дали. Ты скажи. А я не знаю, кто его зовут. Я не знаю. Девочки, в следующий раз, да, без обид. В следующий раз я открою как надо. Это должен быть тяжелый нож. Бычак Йоксен найдет. Он должен быть нож тяжелый. А ты все вот по выходу давайте калинку-малинку споем. Калинка. Он должен быть тяжелый. Ама более лязем. Ахыр, ахыр, вспомнила. Ахыр. Давай, пожалуйста. Сегодня такой вечер. Для меня очень знаменательный. 50 лет. Это раз. В жизни. В жизни. Да, девочки. И клиника, я не чувствую себя на 50 лет вообще. Что я хочу сказать? В этот знаменательный день у меня собрали самые бриллианты. Вот вы настоящие бриллианты. Те, которые сейчас сидят за столом. Вы настоящие мои бриллианты. Я вас искала очень долго здесь, в Турции. И я очень безумно счастлива, что вы сейчас рядом со мной разделяете ту радость, мое 50-летие, которое я вообще не ощущаю. Ну, я с вами вообще ощущаю лет 35. 25! Знаете, что я хочу сказать вам? По жизни нужно быть позитивным человеком, верить в себя, познавать себя, потому что у нас раскрываются такие способности, о которых мы даже не думали раньше. И когда вы идете по жизни с позитивом, с уверенностью, что завтра будет еще лучше, чем сегодня, а то, что приходят какие-то негативные явления, черная полоса, то это дает возможность сделать вас более мудрыми, более практичными, более лояльными в этой жизни, в которой мы крутимся, в этом мире. Я призываю вас всех быть самим собой в нашем кругу, чувствовать то, что вы чувствуете, и показывать это все этому миру, Вселенной, Богу. Быть настоящим без фальши. И мы, да, без фальши. И вы поверьте, что за каждым нашим словом следит Бог и Вселенная. Я живу вот с этим чувством уже очень много лет. И я призываю просто вас верить в наше светлое будущее. Сегодня будет, завтра будет еще лучше, чем сегодня. Потому что мы вместе. Потому что мы Бог, мы сила. Мы сила, мы семья. Вот. Я безумно вас всех люблю, каждую по-своему. Я всегда буду рядом с вами. Пишите мне, звоните мне. Чем я владею? То, что я знаю. Я всегда вас научу. И тебя хватит на всех. И меня хватит, Светочка, на всех. Да? Мы в этом уверены. Мы уверены. Мы в этом уверены. Мы вас любим. Мои
Свечки, я так люблю почему-то этот запах. Я не знаю, я обожаю. Я могу выключить. Так. Мне кажется, это тоже пахнет, как бы. Скажи, когда ты всех приглашаешь. Знаете что? Самый первый кусок это мой. Да, это должно быть, это очень правильно. А раньше я этого не знала. Это абсолютно правильно, ты молодец. А сейчас я развежу, мои дорогие друзья. Я к тебе приду, открой. Все. Азардамар, наверное. Присоединитесь, вы желаете еще больше, я уверена. Я желаю ей процветания, любви. Вот эта восьмерка, я не сразу не случайно сказала, это бесконечность. Что ты без тебя не поняла? Что бесконечность любви, бесконечность достатка, бесконечность как, попрошу, не саботировать. Внимание! Самое главное, Света открытая, без пальчи, вот мы это ценим в ней. Нет, однозначно мы не ценим только это, потому что другое, оно ценится в других вещах в жизни, а это, оно ценится вот... Самое главное, это душа. Да. И это выпьем за рух и чичу гендалю. Она взялась, я обвилась, немножко я обвилась. Ты молодец! Тебя поняли, ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.